Do they live in Paris? Yes, they do. Paris. Does she start at 9 o'clock? No, she doesn't. Do we speak English? Yes, we do. Okay. Exercise 3. George always walks to work. Sandra never watches TV. You don't often go running. Так, теперь form. Так, здесь написано, здесь есть две неправильных, ну, как бы, предложения с ошибками надо найти. Вики, вот это вот like, мне кажется, будет like. Какой? В первом есть ошибка какая? Loves. Нет, это правильно, там же написано loves, только после, когда loves, надо listening, надо инговое окончание, listening. Да. Listening to the radio. Radio. My sister likes going shopping. They love reading. Так, David likes просто cooking. Ту надо убрать, правильно. Так, five мы делали, так, теперь давай six делать, unit six. Так, вот здесь будет can и в прошедшем времени could. Can это может, а could это в прошедшем времени мог. Да. Так, вот давай его делать, вот он. Здесь надо скорректировать ошибку, то есть исправить. Первое, второе, первое, да. Таня can sing, but she couldn't dance. Таня, стоп, что? Короче, Таня умеет петь, но она не могла танцевать. Тут надо исправлять, да? Да, где здесь ошибка может быть? В какой части? Мне кажется, тут будет Таня could sing. Ну, если мы прошедшее время говорим, а если мы хотим оба в настоящее, то есть Таня умеет петь, но она не умеет танцевать. Тогда вторую часть надо исправлять. Как там будет во второй части? Тогда значит can't. Да, будет. Правильно, тогда будет can't dance. Теперь второе, Марк. Марк could to swim 2 years ago, but he couldn't ride a bicycle. Тут будет Марк, так, could, а нет, да, could, потом, but he, ну, где здесь can't. Нет, нет, здесь все правильно, только to лишнее. To не надо, между could и swim ничего не надо ставить, to надо убрать. Swim? Could swim сразу будет, to лишнее. Вот это to есть же, смотри, оно лишнее. Так, давай three. Do you can play, так, тут будет can you play tennis? Молодец. Потом, what can you do today? Ну, здесь может быть can I, также можно оставить, что я могу сделать сегодня. Так, окей. Теперь вот тут надо ставить вот can, can't, could, couldn't. I can't play in an instrument. I can use a computer. I fly, я вот не поняла. Fly, plane, это надо на самолете с водителем или ты будешь водить? Водителем. Ну, то есть пилотом. No, I can't. I can cook.
I can, то есть could ride a bike when I was six. Ага, куд. I couldn't swim when I was two. I couldn't speak two language when I was eight. I could speak my language when I was four. Окей, гуд. Здесь надо, смотри, здесь написано, ну, перепиши, переделай предложение в Да, прошедшее надо вот. время. I'm так. I was in London. They were at a party. They were at a party. Where are you? Wait, where are you? А уже не надо. Вот это А уходит, А, да, вместо вместо него него мы поставили. where you будет. You weren't at school. She was at home. Were they in the restaurant? Where was David? Ну, только S тогда не надо, вместо S будет, это же is же, where is David, is убираем, where was David, да? Так, потом we weren't at work. Хорошо. Так, сейчас мы с тобой будем... А мы с тобой смотрели Close Encounters, называется? Так, А сейчас. там про что? А сейчас вот я тебе покажу, если вдруг смотрели, тогда скажешь. Если смотрели, то другое будем. Так, вот смотри. Close Encounters, да? We're all cleaning the house today. Вот это понятно, да, все? We don't clean it Ага. every Saturday, but today is different. Тут все понятно, да? Но сегодня к нам вот эта вот сестра Джена приедет. Да, Джейн, Джейн. А что такое different? But today is different. Но сегодня другой день, ну, разный день. Jane's sister is coming to visit. What does your sister do? She's a student. What's she studying? Film studies. Gosh, that sounds interesting. А что такое гош? Гош. Это, наверное. О, типа удивительно, вау. Нет, вообще гош это означает это, ну типа как Господи, есть же, как Так, бы да, гош. Боже мой, а что такое sounds? Песня или звук? Sounds это значит звучит, звучит. Она говорит, о, звучит интересно. There, finished. Actually, there's a. Oh. What time is she arriving? 2:30. I'm going to my yoga class and then I'm meeting her at the station. Hello? Can you turn that off? What? Can you turn that off? What did you say? Never mind. Hello? Hello, can I speak to Jane, please? Certainly. Who's calling? It's Alison, her sister. Just a moment. Jane, it's your sister. Why is she calling now? It's only 12 o'clock. Hello, Ali? Where are you? Hi, Jane. I'm at the station. But you're 2.5 hours early. I know, I got the first train. Ali, I can't meet you. I have a yoga class at 12:30. That's okay, I can come to your house by bus. No, it's too difficult. Hold on. Can anybody meet my sister? My yoga class starts in 20 minutes. I can.
I can. I can. Please. I hate cleaning. Okay. Hello, Ali. Matt can meet you. There's a cafe near the station, the Rose Cafe. Why don't you wait there? Okay. Can you meet Ali at the Rose Cafe? Sure. What does she look like? Hold on, Ali. She's quite tall and she has long dark brown hair. What's she wearing? Quite Hello? Tall. Это что? Quite, это значит достаточно. Сейчас я тебе напишу. Так, quite, это значит, ну, у нее достаточно длинные... Ой, нажалась так сейчас. Quite. Она достаточно длинная, высокая, да? Да, потом еще, кстати, я тебе забыла, вот это вот encounter, это означает случайная встреча. Угу. Encounter – это случайная встреча. Угу. Ali, what are you wearing? I'm wearing a cream coat and a black sweater. She's wearing a cream coat and a black sweater. Sorry? Hold on. А что такое hold on? Не знаю, а как это переводится так? Подожди. Подожди, окей. How long? About 15 minutes. About 15 minutes. And listen, any problems, call me on my mobile. Okay. See you later. Bye. Sorry. Hello? Jane, it's Alison. Where is he? Isn't he there? What does he look like? He has dark hair and a beard. Oh, hang on, is he wearing a black leather jacket and black jeans? It's okay, he's here. See you later. Bye. Just go away. Sorry. I think there's some mistake. Matt, I'm Alison. Nice to meet you. Oh, I'm so sorry. Hi. I thought... It's okay. Let's go. Sorry about that. Oh,
Sorry I was late. I got a flat tire. No problem. The car's just... Mm-hmm. Кстати, вот здесь вот... Matt, I'm Alison. Nice to meet you. Oh, I'm so sorry. Hi. I thought... It's okay. Let's go. Короче, там такое выражение было flat. Sorry about that. Tire. Sorry, I was late. I got a flat tire. Вот смотри, здесь правда неправильно написано. It was a flat tire. I was at. Oh, wait, what? I got flat tire. Что это такое? Ой, так опять вот это сейчас. Так. Flat вот это квартира, да? Нет, но у него еще второе значение есть. Смотри, вот я написала в чат. Flat tire — это означает, что когда спускается же шина. Ага. Ну, когда воздух спущен в шине, ага, то это и есть flat. У него второе значение flat, когда он такой плоский. Ну, прямо, то есть шина. Тая — это шина же сама переводится, тая. А flat — она когда спущенная. No problem. The car's just around the corner. Это так, подождите. Так. Шина, flat, mm-hmm, спущенный. Flat вообще переводится как плоский еще. Ага. Окей. То есть, так, теперь смотри, как вот это понимаешь? Just around the corner. Так, the car, машина, просто. Uh-huh. Ну, как раз это еще вот за углом. Corner — это угол. Знала, что это угол? Нет, так, uh-huh, corner. Ага, окей. А вот это вот what's the matter? Что случилось? Угу, хорошо. What's the matter? Why are you carrying that bag? Что такое carrying? Carrying — это нести, нести. Нести. Почему ты несешь сумку? А это и той девушке сумка, да? Ага. It's your bag, isn't it? No. Then who? He's wearing black jeans and a black leather jacket. А что такое leather? Так. And a black leather jacket. Лазерный? Нет. Пиши leather. Mm-hmm. Угу. Леза означает кожа, кожаный. Угу. Yes. And he's carrying my bag. We met Alison that afternoon. Oh, I love us. How are you? Sorry, that evening. After Matt's conversation with the police. Поняла? После беседы. Conversation — это же беседа. После беседы с полицейским. Да. Угу. Окей, так. Угу. Так, теперь смотри, теперь у нас. Так, идем к. Так, нашу страничку нам надо. Так, мы с тобой уже 53, да? Так. Мы вот здесь вот прошли вообще вот это? Шёрли, мы же прошли же Шёрли, да? Так, нет. А, еще не проходили, да. А вот тут мы прошли? Вот это прошли, вот это вот. Телефон. Это прошли, да? Угу, угу. Вот здесь мы должны быть, вот седьмой. Then, угу, and now. Угу, хорошо. Так, теперь вот смотри, вот здесь что написано? Read and listen to the Charlie Temple Black's life now. Угу. Вот что-нибудь знаешь про них? Про Шарли?
Ага, что-нибудь, ну, навряд ли что-то знаешь, да, про нее? Да. Ничего не знаешь, ага. Так, сейчас, короче, будем слушать. Угу. И здесь надо вот эти вот глаголы услышать, смотри. Пока вот этот текст посмотри, здесь если непонятные слова будут, запиши и у меня спросишь. А я сейчас приготовлю его аудио, хорошо? Так. Хорошо. Unit 7. Угу. Так, там есть какие-то вопросы? Так, 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 так. Grandchildren – это внуки, да? Угу. А давай слушать там. Вот это вот. Какой? Forage. А? Forage. А, foreign, foreign, foreign читается. Это иностранный. Так. Foreign. Угу. Иностранный. Окей, так. Все? Давай. И про вот этого тоже читать? Б читать? Нет, нет, сейчас по ходу давай. Then and now. Tape script 7.1. A. Shirley Temple Black. Shirley Temple Black is a retired politician. Услышала там, что пропущено? Is. She lives with her husband in California. She likes cooking and playing with her grandchildren. Mm-hmm. Also, she sometimes works at Stanford University for the Institute of International Studies. She goes there every month and meets foreign ministers. They discuss world problems. Mm-hmm. Так, вот тут было she works. Эска, да, нужна, потому что she же. Да, she works, потом mm-hmm. she... так. She goes. Угу, хорошо. Так, теперь тогда вторую тоже посмотри, а я его этот... Сейчас, подожди. А я его аудио найду. Так. Окей. Угу. Если какие-то вопросы есть, сразу спрашивай. Все. Нету там вопросов? Так. Вот это вот she like acting. Acting это означает выступать. Любит выступать, да? Ну да, по телевидению. Ну, имеется в виду играть роли вот на телевидении. Ну, вроде все. Угу. Так, давай теперь слушать. 7.2. B. The Child Star. When she was very young, Shirley was a famous movie star. She started in films when she was only 3 years old. She could act. She was a good singer. And she also danced well. She liked acting very much and worked in over 50 films. But when she was 20, she retired from the cinema. Угу. Больше нету непонятных. Да что такое retired? Так. But she was, she retired from... Снималась? Перестала или сниматься? Напиши retired, это значит выйти на пенсию. Стоп, она 20 лет и пенсия? Да, она уже как бы вышла на пенсию из кинематографии. А. Знаешь почему?
потому что она же была такой актрисой, которая как детская. Помнишь, как вот это «Один дома» есть же актер? Да-да-да. Он же сейчас, когда взрослый, он же уже не востребованный. Угу. Как бы а он... почему она не продолжает, например, сниматься во взрослых ролях? Ну. Да, она так и так успешная. Они же говорят, что она политик. Ей это зачем в фильмах мучиться, когда она вон преподает в ВУЗе, и она этот политик. Написано же он politician. Угу. Да. Окей, так что у нее проблем нету, как говорится. Так, окей. Так. Угу. Так, вот здесь что пропущено вот в этих, вот тут? Complete the sentence with work in correct. Now she... так. Так, сейчас учить. Нет, работает. Works, да? Work. Угу. А здесь? Прошедшее with... время от этого как будет? She. ЕД добавляешь. Worked, ЕД, окончание иди, ладно? Так, угу. Потом вот в этих, видишь, вот все уже в прошедшем времени, вот когда в детстве. Вот, допустим, старт, у него как прошедшее время? Старт, так, started. Ага, danced. Угу. Liked. Угу. Liked, читаешь, как, ага. Retired, все, поняла, да, короче? Так, теперь смотри, теперь следующая вот история. Why did she stop acting? А почему она бросила выступать, на, короче, роли играть? Да, смотри, почему она этот перестала выступать? Так. Теперь надо написано... вот эти... Смотри, вот эти глаголы надо вставить. Смотри, вот они. Так, где? А вот который... А вот вижу. Угу. Так, from the age of three, Shirley. Так, very hard. Пока подумай все. Потом. А я пока приготовлю его аудио. Мне кажется, тут будет Shirley work very hard. Угу, только в прошедшем времени. Видишь, здесь написано past, в прошедшем. Значит, будет worked. Ага. Потом I acted. А вот давай слушай. 7.3. Давай слушай. Liked. Ой, бай. Looked. Нет, это просто прошедшее время. Worked. Послушаем все-таки, ладно. Earned. D будет, да? Loved. Видишь, произношение D или T слышится? Studied. Acted. Или it иногда, it. Decided. Wanted. Started. Угу. Так, получается мне следующий надо. Ладно, ты пока тогда подумай следующий. Сейчас я пока найду. Так. Tape script. Угу. Так. Так. Если какие-то слова непонятны, сразу спроси. Earn. Что такое earn? Вот после work. Earn это значит зарабатывать. Пиши в тетради. Зарабатывать. Так,
Окей, так. Так, потом будет I like acting, and the public love her and her films. The films earn over 34 million. А что такое паблик? Публика. 7.4. Давайте проверим. C. Why did she stop acting? From the age of 3, Shirley worked very hard for 20th Century Fox. I acted in 3 or 4 movies every year. Fortunately, I liked acting. And the public loved her and her films. The films earned over $35 million. Mm-hmm. Так, дальше she says, I didn't get to school. I study at stud... А нет, нет, нет. I... Что такое decide? Decide — это значит решить. Значит, здесь все равно будет study, да? I study at the studio and my mother. Или I start at the studio and my mother. She says, I didn't go to school. I studied at the studio and my mother looked after me there. Смотри, look after — это значит присматривать или ухаживать, ну, как бы присматривать. Ага. Так. So why did she stop acting when she was 20? Почему 20? 20 — это же 20. 12, то есть. Uh-huh. 12, she finally... Finally? Так. Finally. Ага, давай, как думаешь, что здесь? Мне кажется, decide. Нет. Или... Yeah. Так, work pull, love, study, act. Может быть, started? Она начала в школу ходить? Started. So, why did she stop acting? Так. When she was 12, she finally started school. She was a good student, and she wanted to go to university. She was still a good actor, but her films weren't so popular because she wasn't a little girl anymore. Здесь есть вопросы? То есть, но ее фильмы не такие популярные, потому что она была маленькой девочкой. Нет, она, да? она уже не была маленькой девочкой. А, так. Потом she want to change her career. Что такое career? Нет, вот wanted здесь же было только что. She wanted to go to university. Она захотела в университет. Здесь, скорее всего, career — это значит карьера. Здесь решила будет. Ага. Карьера, да? Decided to change her career. Да. It was a big change from actor to politician. She says, I was a politician for 35 years, but people only remember my movies. Поняла? Но люди помнят мои фильмы. Да. Теперь вот тут вот посмотри вот разницу, видишь? Да, я вижу. Угу. Поняла? Я поняла, да? Это когда сейчас, вот, present. Да, а это... А did, это past. Да. В отрицательном будет didn't. Так, теперь давай попробуем вот тут вот. Надо вопросы этот... Пока подумай. Подумай над вопросами здесь. Какой глагол? И, ну, везде, наверное, did, да, скорее всего. А я его, этот аудио, пока найду, ладно? Ты пока над вопросами подумай. Tape script. А, нашла.
Так, в первом как? Вот в первое, ладно, есть. Давай первое послушаем. 7.5. 1. When did she start in films? When she was only 3 years old. Вот с текста можно брать. Этот, как ты думаешь, какой здесь будет вопрос? Over 50. Значит, did she... 50, значит, надо какое-нибудь количество. Did she... Ну, помнишь, она играть роли? Ты act. Сейчас... Да, did she act. Скорее всего, вот это будет, да, правильно говоришь? Так, сейчас. Two. How many films did she act in? Over 50. Дальше. Who did she... Who did she look for? Здесь же компания, вот название. Who did she work in for? Three. Who did she work for? 20th Century Fox Film Studios. How much money did he film earn? Молодец. Four. How much money did her films earn? Over $35 million. When did she начала go to school? Нет, здесь другой старт было. Five. Начала ходить. Where did she study? At the film studio. А, нет, подожди. Мы же вот эту пропустили, оказывается. Стадии вот тут пропустили. Ага. She didn't go to school. Six. When did she start school? When she was 12. What did she так want to do? Go to university. Seven. What did she want to do? Go to university. Eight. Why did she так перестала, остановилась, прекратила. Wasn't. Нет. Stop. Stop acting, да? Why did she stop acting? Because her movies weren't so popular anymore. Так, смотри, теперь надо тебе вот сюда поставить did, was или were. Where... Так, это про кого? А, это не про кого, так. Вот, where was you born? Where was your mother born? When was you... Подожди. Вот первое что поставила? Where. Was. Where. Ой, нет, подожди. Нет, здесь не будет. Так. Was? Здесь же глагол есть start. Там was или were. А, тогда будет did. Ага. Потом did опять. Who, так, was. What was. Так, when... You live. When did... Почему? Where did you live when you... Was a child. Нет, where, when you were a child, да? И последний будет was. Почему? То есть did. А давай теперь на эти вопросы, это вопросы к тебе. Давай будем вдвоем отвечать. Okay. Where were you born? I born in Aktobe. Только ты вот так говоришь. I was born. I was born in Almaty.
Окей, дальше. Where was your mother born? My mother was born in Oil. Where is Oil? It's, I think, near Храм Тау, вроде. Yes, my mother was born in Галкина. It's also near Павлодар. Okay. Next, when did you start school? В каком году ты школу? I started when I... Нет, нет. I started in, и год говори. I started in. I started in, так, 5 лет. 5 лет, это нет, так. Нет, нет. Прям год говоришь, например, 2000 такой-то год. Например, I started in 1990. Я начала... 2013. Окей, дальше. When did you read and write? Maybe it's 6 or 5 or 7. Окей. Окей. 5. Who was your first teacher? My first teacher, his name is Fauzia. Her name, да? My name, first teacher was Сауле Хусейновна. Five. What was your favorite subject? My favorite subject is так. My favorite subject is Ну, вообще, Алина, was, наверное, когда в начале, когда ты была вот маленькая, они же прошедшее время спрашивают, what was. Ну, можно и сейчас. А what is your favorite subject? А, сейчас, now my favorite subject is Kazakh, but when I... Uh-huh. Yeah, when you... About five, my favorite subject... Math. Okay. My favorite subject was English. Okay, so next. Where did you live when you were a child? I lived in Pavlodar. I live in Aktobe. Okay, and seven. Did you live in a house or flat? House это частный дом, flat квартира. Flat. I lived in a house first with my grandma and granddad, and then I lived in a flat. Так, смотри, теперь... Me too. Okay, very good. Смотри, теперь вот домашнее задание пиши. У тебя же книга есть же? Да, открывается вроде. Да, у тебя будет 54. Ну, вот дальше делаешь где-то 3-4. Сколько сможешь страниц? Ладно, начиная с 54, хорошо? Home task 54, окей. Да. Потом, если у тебя это время будет, там в конце, короче, найди Unit 7, грамма называется. Грамма. Вот та же страница, помнишь, 142, вот так вот. Вот в тех страницах, короче, сейчас подожди, даже я могу тебе найти. Ты, короче, там найди обязательно вот это, так, 143 где-то. Сейчас, ой. Ой, он не хочет там писать. Что? Ой, он не хочет писать почему-то. Интересно. 143. Не хочет писать. Короче говоря, смотри, давай, ладно, вот так пойдем. Так, 143-я страница. Так, примерно. Нет, здесь уже, видишь, unit 14. Сейчас еще чуть-чуть наверх. Так, короче, вот он где-то. Так, это у нас фо мы с тобой сделали. Так, вот тут 5, так, 6 и 7. Так, короче, смотри, вот она. Страница 142, 142. Сделаешь, хорошо? Так, стоп. Да. Ага.
Потом на следующей неделе, как обычно, вторник, в пятницу встретимся, а Санжар вторник, четверг. Хорошо? Окей. Да, слова подучи, вот эти в тетрадке все новые. И потом вот упражнение же поняла, с 54-й страницы там сделай сколько сможешь. Ага, окей. Bye-bye. Happy New Year. Bye-bye. Happy New Year. See you. Ага, yeah. See you.